Всем доброго времени суток. Ребята наши рыбку решили половить, а я с детектором похожу. Тут, конечно, почва та еще, неудобно будет. Но сами по себе места довольно интересные. Ладно, иду раскладывать детектор. Что из всей нашей затеи получится, потом покажу. Вот такие две совсем убитые моровиди. Две монеточки. Прямо сверху лежали, вот здесь между камней. Там ребята ловят. Вот. Красиво как, да? А я тут чуть выше поднялась. Вот такие моровиди. Но судя по тому, что они такие тоненькие, во всяком случае, вот эта, которая побольше, это Карлос III. Я так думаю. Дома посмотрю, если что-то будет на них видно, покажу. Ладно. Иду искать, а вдруг что-то еще попадет интересное. Вот еще одна монета прямо сверху. Не знаю, возможно, их с поля смыло. Недавно дождь сильный был. А вон там поле вверху, чуть дальше. И вот монеточка еще одна. Сейчас посмотрю, что это. Если честно, по сигналу думала, что это какая-то крышечка или что-то такое. А смотрите, оказывается, колечко. Вот такое колечко. Скорее всего, стальное, судя по всему. Не знаю. Посмотрю дома повнимательнее. Но я так думаю, стальное, современное. Судя по виду этого дерева, его постоянно водой заливает. Мы такие встречали целые леса. Когда водохранилища подсыхают, ну не совсем подсыхают, конечно, просто уходят. На берегах вот такие же деревья стоят. Такая старая гильза, что она тут делает? Кстати, нашла кучу мелких, совсем маленьких гильз современных. Мешали очень сильно поиску. Ну, вот такая большая еще гильза. Возле такого дерева сухого стою. Тут вообще пустынный пейзаж, если сравнить с тем, где мы живем. А это всего лишь полчаса езды от нас на юг. Все-таки у нас красивее возле нашего города леса. А тут пустота. Так, пока ребята ловят, иду дальше поищу немножко. Вот такое место подошла. Мусора тут, конечно, немерено. Народ отдыхает. Крышек от водки, конечно, нет. Они тут ее не пьют. Но всякая фольга и прочее есть. Вот такое оливковое дерево здоровенное, старое. Судя по всему, вода аж сюда вот доходит. Видите? А тут деревья просто какими-то, я не знаю, то ли водорослями заросли, то ли еще чем-то. Наверное, тоже вода сюда доходит в определенное время года. Вон, гляньте, видите, какая высота водорослей. Довольно высоко поднимается тут вода в этом месте. Ладно, пошуршу тут. Хочется верить, что будут какие-то интересные находочки. Еще одна монетка. Тоже, наверное, что-то из песет. К воде спускаться не буду. Помою дома, вам уже тогда покажу. Вот такая. Постоянно нахожу крючки, блесна. Грузила. Вот. А сейчас монетка. Зацените. Возле деревьев ласта лежит. Класс.
Наверное, сюда вода доходит. Ну да, судя по всему, вот там они ограждение какое-то делали каменное, чтобы дальше вода не шла. Наверное, она сюда доходит. А сейчас тут травка растет какая-то. Интересненько, интересненько. Ладно, пока пацаны еще ловят рыбу, иду еще покопаю. Гляньте, сколько я нарыла в одном месте ямок. Это почти как пляжный карман. Но, правда, бесполезный, потому что смотрите, что я понарывала. Ничего суперинтересного. Ни одной монеты. Но столько ямок. Сейчас я вам покажу. Ой. Так. Видите? Перерыла просто все на маленьком кусочке. И это довольно далеко от воды. Сейчас все это закладываю назад, всю землю приведу в порядок и потопаю дальше. И такая старенькая серебряная сережечка попала. Вот. Ой. Вот такая. Куда ты падаешь? Вот. Да, место мне не очень нравится. Ну да ладно. Раз приехали сюда, буду здесь копать. Оказывается, на этом озере и парусники есть. Смотрите, как красиво. А я по этим камням шарюсь. Там где-то деревня. Слышу, в церкви звонят, поют. А за озером там вдалеке, не знаю ли вам будет видно, там обрыв, скалы. Оно все в такой глине, что я сейчас даже не могу сказать, чья она и какой у нее сохранчик. Это уже все будем смотреть дома. И опять очередная монетка, и снова не разбери, пойми. Что за монета? Дома будем разбираться. До этого попало несколько грузиков рыбацких. Ладно, иду дальше. Снова старинная монета, ребятки. Вы знаете, я, наверное, их снимать не буду, потому что их и так не видно, что это такое. Лучше потом дома я вам все вместе их покажу. А вот если что-то такое необычное попадет, тогда я буду снимать. Вот такая монетка. Дома, по-моему, посмотрим. Вот такой вот карпик. Классненький. Или что это такое, я не знаю. Класс. Вообще бомба. Такой именно увесистый. Ну, эту монетку вам показываю, потому что она размером чуть побольше. До этого попалась еще парочка мелких. А это, наверное, временное правительство или какой-то из альфонсов. Временное правительство видно. Лев со щитом. Ладно, вот так и хожу. Ямок нарыла кучу. Монетки есть. Но какой у них сохран, будем дома смотреть. Монеты я накопала, конечно, но не снимала. Какие они там попались, не знаю, потому что тут такая глина, гляньте. В общем, их не дочистишься тут. А идти каждый раз к воде, аж туда, мне как-то не очень хочется. Ну, включила телефон, потому что, видите, какой-то браслет попался непонятный. Старый это точно. А что он, из чего он?